Здравствуйте, зрители канала. Появился в нашем гараже вот такой вот аппаратик. Маленький 5080 скутер. Так, что мы делали, уже сразу же скажу. Заводной механизм ремонтировали. Червяка меняли. Дальше. Шестеренка вот эта червячная, сейчас я покажу. Вот этот вот надколота была, то есть сменили, поставили. Дальше попадало бензин, попадал в масло, сменили кран, вот здесь вот кран теперь новый стоит, кран поменяли. Дальше пробовали заводить, заводится, оборот не набирает. В итоге сменили и карбюратор, пробовали чистить, не помогает, бесполезно. Дошли до чего? Заводится, нету ни поворотников, свет только дальний, ни габариты не горят. Сейчас будем думать, что такое у нас, почему произошло. Смотрим, что у нас с зарядкой. Видите, да? Чуть-чуть если газнуть, будет еще веселее, наверное. Итак, видим, да? Зарядка слишком большая, значит, сейчас реле зарядки менять однозначно будем. Возможно, и реле поворотов сгорело из-за этого. Будем тоже смотреть, почему нет, поворотники не горят. В общем, сейчас будем снимать вот этот пластмасс. Думали, что реле здесь нету. Сняли зря вот этот пластик, но заодно убедились, что у нас лампочка перегорела. То есть ближний свет потух. Обратите внимание, да? Сгоревшая. А сгорело из-за того, что большой ток идет. Большой ток бортовой сети идет из того, что пробило реле зарядки. Оно бывает помирает, либо идет большой ток, начинает лампочки жечь, или наоборот помирает, что не дает зарядки. То есть здесь в данный момент ее пробило, и она большое напряжение дает бортовую сеть. Так, сейчас снимаю этот передний пластик, посмотрим, что у нас в реле. Сняли пластмасс, для этого открутили вот два болта, и вот спереди пластика вот здесь два болта этого самореза. Что мы видим? Так, кстати, друзья, здесь у нас надо искать реле зарядки, ее здесь нету, значит, она где-то, возможно где-то, ага, вот она вот здесь вот находится под пластмассом. Хорошо. Вот здесь реле зарядки. То есть она бывает иногда здесь. Не всегда там. То есть либо здесь, либо там. Сейчас мы ее будем менять. У нас есть... Да, шикардос просто. Сейчас фишку где-нибудь найдем. Заменим. Фишку поставим. Сопли эти уберем. Тут реле зарядки. Нашли реле поворотов, вот она здесь вот под передним верхним пластиком. К сожалению, у нас есть обе детали новые, сейчас будем менять, посмотрим, что получится. Реле крепится на одном болту к раме. Интересно, обратите внимание. Первый раз вижу, чтобы реле зарядки вот такое было, просто прозрачным, залито чем-то. Как типа резины. Обычно вот так вот оно. Так. Так, еще масло тут поменял, да? Да, масло тоже, но пришлось менять, потому что там бензин был в масле. С экрана.
друзья, вы сами все видели. Теперь у нас ток в норме. 14,5 больше не превышает, как положено. От 13,5 до 14,5 напряжение сети. То есть, так, одну проблему избавились. Теперь будем искать поворотники. Так, друзья, все мы наладили. Пришлось, конечно, повозиться. Сейчас вот заработали, подсветка есть. Поворотники моргают. В чем была проблема? Фишки много, которые, не знаю почему, внутренние язычки оторваны. Вот здесь вот такой язычок должен быть. А они сломаны. И это много на каких фишках, поэтому контакты плохие. Сзади фишку поменяли полностью. Здесь тоже поменяли на реле поворотов фишку. Там фишку на стопарь поменяли, вот она тоже прям свободно входила, и контакт был плохой, ничего не горело. А вот здесь вот головная фишка, там вроде подогнули, пока работает, надолго не знаю. Вообще проводку бы желательно здесь поменять. Вот первый раз такое видел, то что вот эти язычки внутренние, вот здесь должен быть язычок. Сейчас я найду фишечку, покажу. Вот видите, да? Вот здесь внутри вот на этой фишке есть язычок, который контакт делает хороший. А здесь вот нет, он вот отломан, отвалился. Вот смотри, видно, как он такой фигуристый, чтобы специально, чтобы контактировал хорошо. А на этой фишке нет. Видно, да? Видно. Внутри фишки язычок, который поджимает контакт. Когда вставляется фишка, там он. А с другой стороны? А на этом нету. А с другой крутанешь? То внутри. Вот видно горбинку. Вот как вот такая проблема. Это намного на каких фишках. Кто-то хорошо ковырялся, или я не знаю, почему куда сгнили, что ли, я не знаю. Ну, в общем, все по этому скутеру. До свидания.